с уважением относится к этому выдающемуся борцу. И многие из вас стали, приветствуя этого замечательного борца, безусловно, лучшего борца Узбекистана, лучшего борца Азии и одного из лучших борцов нашей планеты. Двукратный олимпийский чемпион. Он, кроме двух золотых медалей, имеет еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх. Таких борцов немного в мире. Двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель золотых медалей азиатских игр. И прочее. Тренируется он в «Динамо» в городе Ташкенте под руководством Салимбая Абдувалиева и Ахрова Рузиева. Аплодисменты! Его соперник Хазими, Исламская Республика Иран. 10 лет занимается борьбой. Сравнительно молодой спортсмен, ему 23 года. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира среди молодежи. Личный тренер Нагими. Вес
Сидят!